Всем привет! Российский сериал «Возвращение». Краткое содержание 11 и 12 серии. Елизавета Андреевна подстраивает Ирине ловушку, используя Егора, чтобы выманить бывшую невестку за город, где ее уже поджидает Петр. Перед этим Ирина успела оставить сообщение для Максима. Увидев его, он бросается на ее поиски. Он идет к матери Олега и в полицию. Елизавета отрицает, что связывалась с Ириной. А следователь Гордеев отказывается открывать дело о похищении. Он уверен, что Бойцева просто вернулась к мужу. 12 серия. Максим пробирается в номер Петра, но не застает его там. А на выходе из гостиницы его неожиданно сбивает машина. Роман приходит на опознание. Он не уверен, что ему удастся вспомнить людей, которые на него напали. Петр ставит жене условия, которые Ирина не может не принять. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.